Про те, що своєчасне надання постраждалим першої медичної та долікарняної допомоги у багатьох випадках врятовує життя, знають, напевно, усі. Але далеко не кожна людина, навіть медичний працівник, може власноруч виконати відповідні дії до прибуття швидкої медичної допомоги. На практиці засвоїти прийоми дій в екстрених невідкладних ситуаціях допомагають спеціальні тренінги з використанням сучасного обладнання. На сегодняшний день в медицине существует масса специальностей. И каждая специальность индивидуальна, и каждая специальность имеет свое направление. Врач-терапевт, например, никогда не прооперирует аппендицит. А врачу-хирургу, наверное, будет достаточно сложно установить диагноз инсульт. То есть есть узкие сведения, есть сведения общие. Поэтому, хотя мы все медики, имеем медицинское образование и постоянно проходим переподготовку, одним из направлений, которые мы сегодня активно внедряем, это тренинги с всевозможными компаниями, которые еще раз напоминают нам и показывают новые нюансы оказания экстренной медицинской помощи. И очень удобно, что имея медицинское образование, мы еще раз оттачиваем свои квалификационные знания. Особенно если это на манекенах, и мы не боимся это сделать, научиться еще раз проверить себя и понять, что мы готовы всегда оказать экстренную помощь. Таке навчання було проведено для сімейних лікарів та медичного персоналу приймального та реанімаційного відділень Чорноморської міської лікарні. На ньому присутні не тільки нагадали теоретичні дані, але й надали можливість продемонструвати їх на практиці. На сьогоднішній день существує такий учебний центр САР, центральний офіс которого знаходиться в місті Одеса. Существує даний центр з 2009 року. Центр имеет все необходимые разрешающие документы, которые позволяют проводить данного уровня тренинги, который сегодня пройдет у нас в учреждении для наших черноморских врачей. Значит, центр аккредитован, имеет сертификат управления якостью, то есть все необходимые документы для этого есть. Особенности данного тренинга в том, что здесь практические навыки могут отработать все врачи, медицинские сестры, медицинский персонал, который будет сегодня присутствовать на данном тренинге. Они практически могут все это отработать, все нюансы с тренерами обговорить, задать свои вопросы, четко ответить на свои поставленные вопросы. И на сегодняшний день центр САР представит нам оборудование, новые технологии проведения экстренной медицинской помощи. Все это отработается на манекенах. Помощь нужна? Нужна помощь? Что с вами вам плохо? Вы пытались его потормошить? Как? Потормошить? Потормошить. Ну, тормошите, если, ну, знаю, насколько это возможно, потормошить. Если нет реакции на голосовые, скажем, агенты раздражители. Нет. Да, я попытаюсь сделать ему, ну, грубо говоря, больно, оценить реакцию на болевые. Оль, давайте, показывайте. Ну, за что-нибудь ущипнуть, грубо говоря. Ой, хорошо. Ущипнуть, да. Щипайте. Ущипнуть. Повчитися правилам надання долікарняної та першої медичної допомоги на тренінг прийшли не тільки медики. Все мы живем в реальности, и реальность преподносит иногда очень неприятные сюрпризы. Это и несчастные случаи, это и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это любые несчастные случаи с детьми. И если я буду знать, что я умею и могу оказать такую помощь, конечно же, я всегда, ну, смогу это сделать. И мне очень важно в этот момент понимать, что я могу спасти чью-то жизнь. Я думаю, что, наверное, среди нас много тоже таких людей, которые хотели бы обучиться вот этим навыкам оказание первой медицинской помощи. И сегодня этот семинар, тренинг, он проходит бесплатно. Но я думаю, что если будут запросы жителей о таком вот обучении, возможно, городская власть примет такое решение и будет финансировать такие тренинги. Они не очень дорогие, но я считаю, что если хотя бы один человек, прошедший этот тренинг, потом сможет использовать это в благих целях, это очень важно и очень правильно. На подбородок. Это называется выведение головы. Прием выведения головы. І хоча наданню першої допомоги навчають в школі, в армії, на виробництві, вимагають їх знання від водіїв та багатьох інших спеціальностей, вміння правильно та швидко надати у критичній ситуації таку допомогу можуть дати тільки практичні тренінги з використанням сучасних методик та обладнання.